И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы продолжаем с вами играть в Command Conqueror Generals Zero Hour. Итак, у нас на очереди с вами вторая миссия компании Гэла. И ждем загрузочки с вами. Так, то есть у нас проблемы, другими словами. Да что вы говорите? Пошли вон! Ублюдки. Так, мне надо вот сюда послать. Мотосикл. Сикл, сикл. О! Ермолочка. Это слишком маленький круг обороны. Если это все... Да ну! Серьезно? Этот повороте. Так, значит, как-то вот так. Мужик, ты иди сюда. Давай живее строй. Ёжик ты чёртов. Так. Вот так воткнем сеть туннелей. Еще давайте вот так. Пошли к хренам отсюда, уроды. Ты выходи, захватывай это. То есть не видимся, мне здесь не видать. И вот так вот делаем. Давай туда. Блин, я... Да, я, конечно, не люблю эту миссию, но куда же без...
Вы что, охренели там, что ли? Все махамели! Вы существа неопределенного пола. Все махамели уже. Не, что-то обновление Windows 8, мать его. Исчезни отсюда, уродец. Нужна опергруппа. Иди-ка ты возведи мне вот здесь еще несколько стингеров. Так, вот этот хрентин делается во дворце, если я не ошибаюсь. В любом случае мне Джарминкел нужен. Так, здесь пусто, здесь тоже, на удивление, пусто. Здесь пусто, а здесь у него опербаза, если не ошибаюсь. Сюда ты воткни стингеров как-нибудь вот в эту зону. Блин, нереально нужна опергруппа в таком-то уж случае. Так, значит, просветим еще вот здесь. А нет, это не у него, тут опергруппа, опербаза. Это у меня может быть опербаза. Только это вопрос, как мне вот тут здесь усилиться-то. Так, это мы не будем делать. Это дворец мы воткнем. Кто-нибудь тут... Скотина, да. Что мне с ними делать? Ничего себе. Так, здесь у них Command Center плюс еще вот это вот хренолет. Хорошо, что этот мудень лесной не пользуется бомбами, а? Хвала престой же груди. То сейчас был бы нам полный Алис. Так, ну давайте возьмем еще вот эту башенку. В таком случае. Здесь я даже не знаю, тут стремительно дартур. Бродером я не пользуюсь, считай. Установочка штор мне еще пригодится. Так, я помню, здесь была не какая-то могила. Мне побольше радарных фургонов еще, скажем, два штуки. Да, пятерых сюда можно сунуть. Есть камуфляж только для повстанцев есть. Есть токсичные снаряды. Здание нужно это вообще. Давайте укрепим здание. Толпу нафиг. Токсиновый снаряд, плюс еще 5 ракетчиков сюда. И заодно мне ермолочку. Так, ты считаешься? Считаешься, отлично. Окей, так, у нас есть грузовик с бомбами и баги. Отлично.
Да, но только на... А, нет, здесь это все-таки отразилось. Не посильнее стали. Так, ну тут, наверное, все-таки шторм. Потому что нафиг не мародеры эти. Есть такое лучше? Нет, это, видимо, через черный этот делается рынок. Так, сейчас мы еще одного сделаем такого мудни лесного. Село. Было. Оба-на, уже нет, что ли? Окей. Давай сюда. Может, вызрели группу. Окей. Значит, про транспорт здесь. Блин, что выйдет только. Значит, про. О! Что? Специальное место нападения? Здесь ничего нет. Не надо мне. Так, вот это мне уже не нравится. В смысле, деньги уже кончились, что ли? Зашибись. Да, Джерминкел не может видеть, не видим их. О, что нашел? Что нашел? Самое смешное, где нашел? Значит, вы пятеро, да-да, вы шестеро. Собирайтесь и под... патрулем идете. Потом исчезните уже отсюда. Где еще два танка, спрашивается? Таким конвоем. Отлично. Вермикел все-таки нужнее здесь уходит. Ни хрена.
Кто-нибудь объяснит, что сейчас произошло? Ладно, зайдем с другой стороны. Кто-нибудь объяснит, откуда это произошло? Откуда у принца Касада снайпера? Так, извините, прервали. Так, ну вопрос, что мне делать с этим снайпером, открыт. С другой стороны, его легко закрыть. Интеллект. Да пошли вы. Так, ну вроде бы обезопасили. Лёша, так. И он сработчик-то. Что, убили опять, что ли? Это уже бесит. Так, делаем вот так. Не ври мне, ты можешь все. Это уже интересно, кто еще сдох? И вы мне опять рабочего там угрохали. А, понятно, о каких вориорах они говорят. Это уже легче продать, блин. Так, спокойно. Мне сейчас мне нужно еще взять вот эту вот зону. А, ну ё-моё, только сказал про меня.
пойдем вот так. Этому все равно не доверяю. Так, мы еще сделаем, сколько там надо? 2, 4, 6, 8. Вот сюда я назвал уроду этого. Угу. Здесь это единственное, что у нас закрыто, да? Хотите так сказать? То, что здесь нет мин никаких, да? Ладно. Все-таки это мне больше надо, да? Кушай отсюда, кушай! Ублюдок. Тоже бесит. Психанул называется. Не, ну это еще не психанул, честно говоря. Никто починил тут вот хренотень. Чё, охренели? Блин, то все равно. Ай, ну давай туда. Это вы еще делаете тем, что ли? Так, ладно. Понятно. В общем, ты и эта хренотень пойдете обезвреживать те мины. Вы сюда подкрепление в виде, так, 2, 4, 6. Вот в таком виде. А где мой рабочий? А, он тут. Слепой идиот. Ну, здесь, само собой, мины. Здесь у нас пустота почему-то.
Что было? Так, а что мне сюда? Блин, нахрена я его сюда притарабанил? Ага. А куда они исчезли? Что-то я понять не могу. Кто эти гондурасы поисчезали? Ну, сделаем вот так вообще. Что-то джерминкел какой-то хреновистый. Не кажется вам так, ребят? Так, что мне делать? Отличный вопрос, конечно, что мне делать. Это еще только начало, честно. Ага, вот он еще один снайпер тут сидит. Здесь этот сидит, здесь так. Здесь еще один снайперинский отросток. Здесь у них патруль, а здесь кто-то сидит в здании. Ну ладно, поехали. Да, никого здесь больше. Собираемся здесь. Убиваем это. Г. Не готовимся к принятию друзей. Где фургон? Фургон сюда. Идиотическое ты существо, эти придурки все еще тут бегают. А, здесь мину обнаружили. Так, ну блеск. Работаем. Живем, точнее говоря. Джармин Кел, ты какого хрена ничего не делаешь? Ермолка чертова. Так, сейчас просканируем тут. Здесь ничего нет. Ну, имеется в виду никого. Давайте дальше, идиоты, ё-моё. А всё это сканировать нечего уже. Здесь всё видно. С другой стороны, я мог бы захватить. Ну, почти все, ладно. Кроме стекленелей. Давайте так и сделаем. Через циклы боя. Что надо будет кто-то взять? Ага. Они здесь не пройдут. Стой, скотина.
тут снит еще на меня? Диву убивает, ему плевать. Отлично. Так, где-то здесь. Да, вот он. Хренок. Сколько у вас еще тут осталось-то, ё-моё. Ладно, ребят, хорош вас уже. Блеск. Вы остаются здесь, четверо туда езжают. Так, вы девятеро сюда. Эти идиоты попёрлись по минному полю? Серьёзно? Окей. На, господи, за что вы этих-то убиваете? Вот сюда приезжайте. Да, здесь надо будет наладить производство. Иху! Ты не чинись. Что я хочу? Еще не торгуются оружием. Центр снабжения. Тут минки, 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 террористы, террористы и база. Давайте мне еще две установки скат.
Этих мы переводим сюда. Так, эти пусть тут останутся. Плевать на них. Вы бегите сюда. Ты тут остаешься. Ты делаешь так, блин. Скорпион-то куда? Скорпион здесь будет вместе с этой хренотенью. Так. Здесь у нас еще придурок бегает. То есть вы сюда. Бесполезная ермолка. Сюда же. Сейчас допустим батон еще только два. А вот он третий. Ну и хрен с тобой. Не можешь ты меня покинуть, потому что они недоступны еще. Еще отвались. Так, ты, вы. Фу, блин, вы втроем сюда идете. Потому что пока здесь стоят эти два бункера, я не могу ничего тут нормально выстроить. Ты чего ты хрен здесь стоишь? Значит, это мои. Это свинство. Пошел ты. Так, вы двое сюда разобраться с этим. Г. Ой, ёжик ты мой. И починись-ка. И обратно. Снопки искать скоро будут. Эти трое сюда. Вы трое, вы двое уничтожаете вот это дело. Да господи, вы запарили уже. Это кто там мину подорвал? Или мне уже глюки, причем конкретные. Так, значит, вы сюда. Есть только раб и мины. Давайте на счет три. Три. Угу. Отлично работаем. Ракеты пропали? Нет, на месте. Есть позиция стингеров. Вот она в чем все. Вот кто стреляет. Ну что ж, мы до конца уже. Отлично. И теперь последнее. Да, спасибо, я знаю, куда мне надо. О-о-о. Так, это уже бобо. Вы их догасили уже, что ли? Нет, вы их не убили даже. Здесь, а здесь у нас ничего. Что там, борзели что ли? Тихо, 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 фу, нельзя. Отвалить от моих скат штурмов. У самых скат. Так, теперь можно сюда. Делать вот так. Так, вы сюда, вы сюда. Сейчас заглушим GPS. Все будет зашибенно.
крышу отсюда. Подлюка. Вот так вот. Сейчас глушим GPS-ку. Ага. Так, теперь ты вперед. Ага. Ты вперед, вы за ним. Вы мне оборону устраиваете. Нет, стоп. Сначала стингеров. Потому что теперь этот гондурас делает урон, этот удар на этот, на технику. Черт, вас зарядка. Ё-моё. О, ну наконец-то. Наконец-то можем. Что я сделал? Кажется, камуфляж только получили у нас только позиции стингеров. Ладно, гашишь с ними. Вы сюда, вы втроем сюда идете. Так, какие там новинки чины. Напорусь. А, хотел сделать все тихо, мирно, не получилось. Да вы серьезно? Там еще и позиция сингеров, что ли, валяется где-то? Не халтурить мне. Да, вот на позиции стингеров. Ёжик ты мой! Ап-ап-ап, да, ребята, ап-ап-ап. Ежидзе, ты пресвятой. Капиталистической джигурды. Так, конечно, надо здесь фронт организовать. Тихо-тихо-тихо, нельзя. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, убираем это. Не собьете. Так, убираем эту площадку стингеров. Выводим сюда рабочих. Сносим до конца. Ага, они все-таки сняли. Угу. Все у нас идет вот так печальненько, да? Давайте-ка мы вот так пытаемся вот так вот хренарнуть. Две трети шандарахнулись. Бомбочка тоже, отлично. Так, делаем вот так, чуточку продвигаемся вперед. Шандарахнем вот сюда. Все, стоять. Отлично. С
Вот так. Проплываем чуточку подальше. Здесь радарный фургон стоит. Дерьмовенько. Ничего, у нас есть установочки скат. Господи. Так. Шиндарах. Блеск. Не, давайте про кетчику этому. Блесте. Да чтоб вас... Чтоб там пусто всем было. Так, спокойно. Так, продвигаемся. По-тихому, по-легонькому. Знаю, отвали! Твою! Блядь! Ё-моё! Идиотина! Блядь! Пока верхнюю часть очищаете. Отвались. Шиндарах не дует сюда. И что еще тут? Интересно, го. Судя по всему, уже нет. Есть! Черный рынок. Так, единицам группы захвата была. А, у меня ее нет. О, ну наконец-то они... Ку... Ну что, идиоты, что ли? Другое дело. Блеск. Давайте заодно и бункер снесем. Фигли. Только вопрос, где он смог здесь построить скальштурм? Кто-нибудь мне объяснит?
Не получилось, да? Так, ну мне задача всего лишь захватить замок. Вот этот вот. Так. А, вы уже раздубясили, что ли? Да, уже до конца. Давайте попытайтесь на сей раз. Все-таки четверо, а не один. На всякий случай так. О, отлично. Вот и обувь, вот и ракеты, вот и эта хрень, вот и это. Так, шандарахникову сюда, ребята. Так. Блин. Твою мать. Да что ж вы так долго разворачиваетесь-то, ё-моё. Приступ, он шкуру ты святой. Не попали все. А, вот он где. Ёжик ты мой. У нас мало времени. Не, ну конечно, его можно было перезахватить и использовать его на свое благо. Но здесь у нас нет задания уничтожать. Здесь у нас задание захватить. Так что скотшторм мне здесь не поможет. Уроды. И опять не до конца. Окей, пофигу. Шандарахни туда еще. Ну-ка здесь воронку вырубим. Еще кто-то живой, что ли, есть? Ну, есть кто-то еще живой тут. Так, здесь этим ребятам тракторы не нужны. Какой-то идиот на меня полез опять. Ублюдочное существо, жарнится здесь. Окей, шандарахнет вот туда. Блеск. Так, мне нужно работать. Еще один рынок. А, уничтожьте ли... Чего вы раньше молчали, да? Или я уже настолько слеп? Так. Давайте захватим хрен с ним.
Without delay. Ну так, к сожалению, without delay не delay не получится. Блеск. Все, ребят, заезжаем. Ну, ждем. Потому что мотоцикл там может чиниться, вот пехота не может. Да и Хондурас с ним пойдем сейчас раз дубасим оставшийся. Что здесь есть? Все же. Да, все. Уходим, захватываем. Ну что, придурки, что ли? Добить до конца. Слушай, убивать-то убивать до конца, пожалуйста, а? Иху! В принципе, сада больше нет, и мы объединились. Ладно, ребята, спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи и до встречи в следующей части.